Андрюха вчера из Головна приехал с красивенным букетом пионов. Запах не передать. Его одноклассница для меня нарвала. Прокидайся, світ, бо найкраща господиня вже поправила білизну. А ви, дівчатка, ще спите? Андрюха, почту пойдешь смотреть или принесли, или нет? Наш номер какой? Ой, не видно номера. А ключи есть у тебя? Да, загубил. Поехали, это детская почта, не наша. У Лады игрушка новая. Мы ей подарили. Ладуся, давай мне игрушку. Давай. Ладе нравится, никому не дает. Никому не даешь. Давай. Дай мне мячик. Театр сбоку. Звісно, але... Возле опера мала. Вот такой пультачок мне понравился. Магазин. Супер. Уже померили. Оперный театр. Красавчик. Львовские узкие улочки. Свиточ. Нам нужно найти это конфетки эти. Свиточ местный. Ага. Запах обалденный липы. У мене вареники з грибами і шкварками. Тебе з чим? Не знаю, зараз спробуємо. З чим ти мені заказав? К
Пчелка-труженица. Пчелка-труженица. И коровочка у нас есть. Вчера вот такую вкуснятину купили. Вот и вкусный. Вкусный торт. Просто не передать. Ням-ням. Вкуснотища. Мы починаємо з оселедцю. А що це? Що це за соус вкусний? На диво. Діруни. З чим діруни? Дишка, з чим діруни? Просто діруни. А, понятно. Просто діруни. Попробуємо. У мене бограч. А що це, я не розумію. Чому мені дали стільки м'яса? Лена, ти заказувала телятина з зубами. А, точно. Правильно. Це моє второе блюдо. Моей тете вот такой куст был в саду, я помню, у тети Вали. А, как пахнет. Как вкусно пахнет. Мне напоминает о детстве. Вот этот куст. И на свете зем, красота неземная. У-ху-ху. Гусята, семейка гусиков. Он ныряет как. Еще на эту трассу, набережная шоссе. Так, вроде на мать, я бачу, да? Он стоит. Да, да, серая баба такая, да. Ага. Это она, да. Клиника Борис, частная, одна из первых. Для майданцы, это далеко? Я думаю, мы поедем на метро, да. И хочешь? Это недалеко, можем пешки, но не на машине. А на машине? Мы попадем в затор просто. Да, ну, я просто... Зараз я... мы будем съезжать, тому краще не его. Оселедець, маринована цибулька, да? Картошечка, масочка, хлебушек, Андрюшка і я. Наталки, що супчик? Какой вид тут у нас открывается красивенный на город. Зможе підготувати так, тому що він може важкий MBA. Вони ще робочі, ті пушки? Я думаю, що вони всі фейкові. Заход сонця над Дніпром. Красота? Слово красота Андрій Лавру видно? Мать. Для Лавру вам видно. Родина, матушка, мать. Родина, мать. А от там далеко, це називається Видубицький монастир. Там теж куполи видно. А вон далеко ще видно, це Андріївська церква, Льона знає, зеленим таким вершечком. Знаєш, на горі стоїть. О, да, дуже красиво.